В Никарагуа за выходные по меньшей мере еще два человека стали жертвами массовых беспорядков. В городе Масая на западе страны настоящие уличные бои. Среди погибших, по сообщениям СМИ, оказался гражданин США. Стычки не утихают с середины апреля. Гнев граждан вызвала реформа, которая предполагала увеличить отчисления работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Даже после ее отмены беспорядки продолжились, превратившись теперь в столкновение сторонников и противников президента страны Даниэля Ортеги. Оппозиция требует отставки главы государства. На прошлой неделе представители сторон согласились на переговоры, но пока результатов нет.